Формулы, труднопроизносимое название химических соединений, колбы и реактивы, которые дожидаются своего часа в подсобке. Все это загадочная дисциплина и наука химия. Тамара Двоеглазова 45 лет посвящает своих учеников в тайны предмета, которым когда-то увлеклась сама. Когда я училась еще в школе, мне нравились естественные науки – химия, биология. Поэтому по диплому я учитель химии и биологии, но с биологией не встречаюсь, только с химией. Химия – это очень интересная наука, но сложная. У нас в гимназии есть хорошие химики, но дело в том, что гимназия гуманитарная наука, поэтому химией увлекаются не все, но если увлекаются, то уже серьезно. Без химии сейчас никуда, ребята это знают. Начиная от пищи, кончая одеждой, везде нужна химия. Для меня, например, легко. Я и буду сдавать ЕГЭ по химии, мне вообще все легко. Да. Самое главное – это учить. Если ты не будешь учить, у тебя ничего не будет получаться. Главное – это открывать учебник каждый день и просто учить, и все. И потом придет еще и понимание вместо простых знаний. Тамара Леонидовна – заслуженный учитель России, трижды соросовский учитель, награждена памятным знаком за особые услуги перед городом. Но куда охотнее, чем о собственных достижениях, рассказывает об успехах своих учеников. Порой очень громких успехов, кстати. У меня есть и кандидаты химических наук, работают и в МГУ, и в Менделеевке наши ученики. Очень много врачей, учителей. Дальше есть участник, победитель Российской Олимпиады, сейчас учится в МГУ. Девочка вот нынче заняла призер на областной Олимпиаде. Ездила на Украину, на Новосибирск в составе команды Кировской области. То есть ребята есть те, которые увлекаются химией. Их немного, но они есть. С практической частью своего увлечения химией Тамара Двоеглазова планирует в скором времени расстаться. Говорят, настало время уйти на заслуженный отдых. Кто знает, возможно, ее дело продолжит тот, в ком она сама в свое время пробудила любовь к великой науке.